Так, всем добрый день. Сегодня у нас тестирование жесткого диска. То есть распаковка была на моем канале достаточно давно, где-то год-полтора тому назад. То есть, ну и эксплуатация данного жесткого диска 3,5 дюйма Toshiba сериала ТА третьей версии. То есть в течение 3 лет. Ну и сегодня посмотрим, что за это время произошло с этим диском. То есть расположен он в боксе, тоже распаковка этого бокса специально для жестких дисков представлена на моем канале. Так, ну и вот такой жесткий диск. Еще раз повторяю, время эксплуатации было 3 года в медиа режиме, то есть в медиа приставке, то есть записывались медиафайлы. Так, ну и давайте посмотрим, что из себя представляет данный жесткий диск по истечении 3 лет эксплуатации. Как видите, изготовлен в мае 2015 года. Ну и смотрим синтетические тесты, что с ним произошло. Так, давайте протестируем жесткий диск Toshiba на 3 терабайта, который эксплуатировался в течение 3 лет, то есть под медиа файлы, то есть скачка торрент сетей, то есть достаточно жесткая эксплуатация была в течение этих 3 лет. Ну и давайте посмотрим, то есть диск F, начало стандартной программки Toshiba Crystal Disk Info. Ну и как видим, то есть прошел он больше 5400 часов. То есть основные характеристики показаны здесь. То есть температура 3-4 градуса. Он установлен в девайсе и подключен по USB 3.0. Так, ну и на данный момент, то есть пока никаких замечаний к этому диску нету. То есть здесь вот все написано, все характеристики. Так, ну и давайте также протестируем этот диск F на скорость чтения и записи в стандартной программке Crystal Disk Mark. Начинаем тестировать. Так, ну и видим скорость чтения и записи, то есть на данный диск по истечению 3 лет эксплуатации. Итак, давайте еще протестируем 3-летний диск Toshiba на 3 терабайта в еще одной программе, то есть у нас под F, вот в этой, которая заточена под SSD диски
Ну и берем лишние тесты, потому что достаточно продолжительное время они занимают где-то от 10 до 20 минут каждый. Ну, это связано с тем, что здесь обычный жесткий диск, а не SSD. Ну и нажимаем на старт. Он даже и протестировать не может, потому что нет свободного пространства. Ну, давайте другой протестируем. Так, ну и вот получили такие результаты. Ну а здесь, я думаю, получили бы те же самые плюс-минус результаты, что и в предыдущих тестах. Так, всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующих видео и до свидания.